Привет, ребята, с вами Сэм на канале Мисс Энни. Сегодня у нас 31 градус тепла. Жары, и Саня, жары, привет всем. Так, точнее, и мы сейчас на улице, тут совсем не возможно быть так. Да, привет всем, друзья. Ну что, мы уже измучены жарой. Да, видите, как бывает, да? Наши розы, вы видите, наверное, Саня говорит, мама, давай сними наши розы. Вы видите, что они все, я не знаю, да, в прошлом году такого не было, чтоб розы так вот в одно время все начали тут расцветать. Посмотрите, какие красивые они, Саня. Они еще пахнет так. Пахнут, да. Ну а мы что, мы решили идти почистить, Саня решила почистить свой бассейн. Я не знаю, там у нас уже и мошки, и там чего только нет. Да. О, Саня, тут у тебя уже все, тут водится. Давай, ты знаешь что, давай принеси, надо ему надуть, потому что ты посмотри, что тут совсем. Ну, и давай бросай вот так вот, вот все, туда. О, молодец, молочинка. Молодец. Смотрите, греется. Ай. Да. Мухи. Сейчас я пойду тоже полью все цветочки. Залезайте. Подними я. А нету там еще этот подними. Нету. Нет. А что, они там водятся, нету. Да, Саня? А вот там есть у тебя. Давай я подержу, а ты иди. А так вот подержи. Давай. Подержи. Ну-ка. Выняла? Ага. Нет, больше. А где сейчас? Давай шланг вытащи, я помню. Я потом, знаешь, как-то теперь надо наоборот его и вытрясти. Вот так, и тряси теперь. Ты тряси смартфон. На-на-нина, тряси. Тряси, Саня. Вот так, молодец. Фу, ну немножко уже жара спала, так можно уже быть на улице. Мы сегодня были в бассейне с подружкой Саниной, потом поехали в Макдональд. Но, короче говоря, сегодня так было жарко, что мы чуть с ума не сошли. Вот тут за дверью сразу, Саня. Пока Саня сейчас принесет свою эту надувалку. Тут, да, где-то. Ага, вот. У нас что-то тут где-то, наверное, про воздух. Нет, просто из-за теплоты. За жары? Вот видишь, каши мало ешь, не можешь. Много. Тянет, вытянуть не может. Ты сама один раз. Ну да. Давай помогу. Нет, не надо. Уф. Давай. Так надо? Ну вот так встань, да, вот так вот. О, молодец. Всё, давай, дуй, Саня, дуй. Много раз, чтобы не было вот этих, потому что, видишь, тут совсем уже. Надувается? Да. Надувается. Вчера купалась. А сегодня уже не будешь? Нет. Скажи, мама, спасибо, я уже сегодня накупалась. 2 часа в бассейне провели. Ага. 30 минут потом собирались, пока волосы высушили. Ну что, наконец-то лето пришло, да, Саня? Все, у нас уже сегодня, вчера был первый день каникул. У Сани каникулы начались уже в школе. Так что веселье приходит, веселая пора. Веселая пора, потому что, знаешь, поспать может надо. Лагерь, да? Наконец-то. И лагерь, да, уже в июле, да? В середине июля. Ну как, Саня, надулась? Она могла еще больше надуть. Я пошла. Молодец. Куда? Туда? Ну давай. Тут тепло. Тут даже жарко. Да, вода уже жарко. Ой, как хорошо. Теплая водичка. На, вот тут на дне. Совсем. А на дне так так прохладно. Так давай, может, будешь. Нет, не хочешь.
сейчас со дна эти мухи повылазят. Я их соберу. У нас тут каждый вечер прибегает кошка. И она садится, сейчас я, Саня, вот сюда. На... Ой, Саня, смотри, воздушный шар. Вау, смотри, какой красивый. Ага. Ой, как красиво. Мы сегодня с Аней почистили еще вот клетку нашего хомяка. Смотрите, сейчас покажу, где он у нас. Вот где он у нас. Вот, он, наверное. Вот. А где он, Саня? Он спит. Вот, смотри, залез туда, в домик. Холодно, может, занести. Так давай, занести? Может, ну давай занеси. Смотрите. Занеси. Ой, какой красивый. Видите ли вы его? Нет, наверное, не очень, да? Смотрите, я сейчас вам покажу. Вот. Вот. Он летит куда-то. У нас были тут соревнования воздушных шаров. Недавно совсем, на прошлой неделе. Так что они, наверное, тут... А где мои тапки? А я не знаю. Давай босоножечки одевай. Нет? Будешь? Где положить? Может, здесь? Или где? В мусорный ящик. Или в гараже там есть мусорный ящик за машиной. Иди и положи. Чего боишься? И тут у нас теперь все в восторге от фильма Аннабель. Как ее эту? Аннабель. Фильм ужасов. Ну давай мне эту корку арбуза. Давай мне кожуру эту. Я выброшу потом. Давай. Так вот, все подружки боятся ее, а Сани еще там... Нет, Сани, не давай не будем теперь это делать. Нет, я просто вот так делаю, чтобы она больше так росла, а не вверх. Ну вот эти, знаешь... Росла. Да, она красивая. Слушай, сколько выпустила этих красивых, да? Сейчас получим. Супер. Будем здесь вот все-все садить, Саня, на следующей неделе. Вот так вот, розами и лавандами. Эти лаванды уже как красиво, как пахнут вечером, вы не представляете. И мята у нас здесь, тут есть, кстати. А давай покажем огурцы и так далее. Давай твой урожай, Саня, я совсем забыла. Так ты покажи, ой. О, привет, Арк, привет, как же без тебя? Вот. Привет. Привет. У нас на террасе. Давай, Саня, покажи свой урожай. Этот расскажи. Самый большой, этот огурец. Это я не знаю. Я тоже это не знаю, что это такое. Что? Давай покажем, это посмотрим. Что? Нет, нет, нет. Не знаю, Саня. Это поры как. Да. Ну, это такие, как эти, как лук, только немножко... Это помидоры. Нет, это красные и желтые. Да. А это петрушка. 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 Да. А мама, да. Можешь отрезать этого и, ну, арбуза. Ну давай тогда я тебе даю камеру. Ну вот тот такой большой. Ты на вот так вот красиво смотри, чтобы она. Вот так, на арку. Давай. Вот смотрите. Только это... очень так, Саня, держи, ага, прям, чтобы никуда не. Вот, смотрите, она такая смотрит и думает, во в чем прикол. Я сейчас вам покажу все мамины розы. Вот, это самая наша первая роза, такая желтенькая. Потом, вот в прошлом году мы купили такая вот розовая. Мне она очень красивая, там лаванда. Это еще не цветет. Это вот такая самая большая, красненькая вот такая вот. И потом вот это розовая.
Вот. Вот мама пришла. Молочка принесла. Застряла. Ну что, Саня, поздравляем всех с летом, да? Наконец-то она пришло, оно пришло, да, лето. Ага. И что, Саня, до следующих раз? Лайки. Всем пока, пока-пока. А тебе приятного аппетита. И комментируйте, как вы будете проводить это лето. Да. Да? Вот именно. Пока. Пока-пока, Саня.